Всем привет! Мы уже собрались, сейчас поедем в садик на, как это правильно сказать, на первый раз в садик едем. Там адаптационная, короче, система на данный момент. Будем 2 недели ходить. Сегодня идет с ней Даша, я еду на массаж, а завтра наоборот. Вот. Потому что мы сегодня вдвоем были записаны на массаж. Но так как Даша сказала, что сегодня должно быть присутствие, вот, поэтому мы поедем по очереди. Пришла я за своими мафутками. Коляска есть. Это территория садика. Смотри, какой красивый рисунок. Что сказали кебаб? Как он называется? Кебаб. Ой, по-турецки? Что будет сырный? Мне кажется... Погода на улице отвратительная. И настроение тоже не очень. Да, Санька? Как-то так. Настроение, все хорошо. Да. Как-то так. Сегодня даже ничего и говорить не хочется. Этот человечек поднимает настроение. Этот человечек поднимает настроение. Да? А. Да? Вот, мы так общаемся, у нас диалог здесь идет. Да. Топ-топ-топ. Мои вторые подбородки, ничего. На Сонечкой нормально, на Сонечкой. Диета. Какая? Сахарная диета. Копикошечка. Ам-ам-ам-ам. Ну не в глаз. Это вообще нормально? Оставила на одну минуточку. Это что происходит? Это так можно разве, Соня? Я уже на работе. У меня уже было 2 клиента. Еще остался один. У меня 2% на телефоне. Это вообще нормально? То, что один день настроение такое... классное, позитивное, бодрое. А второй день ты как унылая какашка какая-то. От чего это зависит? От погоды. От того, насколько нам покушал. Непонятно, это вообще нормально? Это хорошо? Ура! Сегодняшний день окончен, ура! Ура, 10 подписчиков. Ура, 100 лайков. Сбегала, купила новую зарядку. Ну, как новую, тут ее и не было никакой. Вот такую 3 в 1. Очень удобно, будут заряжать как раз клиенты. У меня как раз было 30 минут, чтобы сходить купить. Тут, в принципе, центр недалеко, но USB у меня было. Не USB, а блок именно. Вот. Теперь у меня есть 3 в 1 зарядка. Буду теперь спокойно сюда ездить и не брать с собой зарядки, потому что это был геморрой.
Мы решили сейчас пойти проколоть Сонюшку. Как раз есть свободное время. Ой! Сонюшка, последний раз смотрим на твои ушки красивые. Знаете, сколько сейчас время? Инкогнито не смотреть плюс 18. У нас даже 20 минут для того, чтобы доехать. Мы на коляске поедем? Нет, мы вообще ее возьмем просто и все. Так скучно. Что так скучно? Давай возьмем с собой коляску и обратно прогуляемся. А не холодно будет? Нормально, сейчас тепло. Если дождь пойдет. Давай майку. Соня, ты знаешь, куда ты сейчас едешь? Догадывается. Будет с сережками. Мы справились. Посмотрите, какие ушки у Сонечки, красивые, боже. И не обошлось и у мамы, тоже проколола себе. Я, кстати, недорого, я за все 115 рублей заплатила. Осталось дальше проколоть. Мне подходит охранница такая: а что это за девочка такая хорошая? Говорит: мы только что ушки прокололи. Она такая: по секрету, а сколько? Я такая: о, то недорого. Ой, какие любопытные. Да. Я так ничего не вижу. Да, она мне сказала, что все, теперь надо постоянно носить кость месяц целый. Целый месяц? Угу. Пока зажигаться. У меня горит сейчас ухо. Да? Угу. Смотрите, какая же. Мы, кстати, по Советской идем. Площади. Угу. Капец. Это, наверное, я не выключила утюг. Пила попробовать нам такие штучки. Они без алкоголя. Манго и... Экзотик. Отметить. Без алкоголя. Прикольно такая. Как будто бы взял арбуз, вылил там оттуда, и там остался сок, и ты его выпиваешь. А какой дизайн! Удобно! Давай теперь я попробую. Вкусно. Знаете, были раньше эти такие таблетки, их кидали в воду. И вот это похоже. У нас такой красивый город. Даша приготовила бутерброды. Этот какой-то грустный. А этот веселый. А этот какой-то больной. У него это... Я сегодня ударю. Почему три? Потому что я есть и не буду. У меня интервальное голодание. Ты не будешь есть? Не буду. Ты хочешь сказать, что я это должна все съесть? Давай. А можно узнать, что вот это за соус? Это сырный соус. Какой сырный? Чесночный. Сырного нет.